хотелось. Ага. Че, огород какой? Котята, кого на Ульбанде? Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Поем! Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Ты к нам в Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленой аллеи. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых. Голубые, привет! Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Танцуют все котята, и не забываем ставить лайки. Москвичи, вас это особо касается, да, зазвездились, вы давно не получали. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Поем! Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Москва, Валерочка, наливай. Заходил, было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление? Музыка играет там. 10 нелепых фактов, которые оказались, сука, правдой. Бывают такие научные факты, в которые люди отказываются просто верить. Они звучат так неожиданно и нелепо, что большинство считает их просто фейками. И все же, факты, в которые не хочется верить, оказываются абсолютной правдой. О чем мы сейчас с вами поговорим? Голубоглазые люди появились по историческим меркам совсем недавно, и у них был всего один общий предок. Да-да-да, это так. 10 тысяч лет назад на Земле не было ни одного голубоглазого человека. У всех глаза были только карими. Затем, всего лишь у одного человека, жившего на берегу Черного моря, произошла мутация. И появились дети с голубыми глазами. Их потомки разбрелись, сука, нахуй по всему миру. Этот факт недавно убедительно доказали ученые откуда? Естественно, из Копенгагена. Больше этим нигде не занимаются. Под руководством Ганса Христиана Эйберга. Они отследили особый ген голубоглазости, ОСА-2. И сумели доказать, что он является мутацией у одного человека. Этот ген отвечает не только за цвет глаз, но и за другие особенности внешности. Оттенок кожи свойственны только голубоглазым людям. Поэтому людей с небесно-радужной гораздо меньше, а сам признак является рецессивным. Знали, что двойняшки могут быть с разными отчествами? Да-да-да! У людей могут рождаться двойни, где у детей разные отцы. Сперматозоиды могут сохранить способность к оплодотворению аж 5 дней. Если незадолго до созревания яйцеклетки у женщины был один партнер, а спустя пару дней другой, женщина-шлюшка, то ее яйцеклетки могут быть оплодотворены двумя разными мужчинами. В результате родится двойня, но дети будут генетически от разных отцов. На сегодняшний день документально подтверждено 10 таких пар двойняшек во всем мире. Последний случай был зафиксирован в 2019 году во Вьетнаме, где муж женщины настоял на тесте ДНК и выяснил, что один из двойни его, а второй нет. Жене кинул ее брат. Брат сват отца, муж сестры. Снова лето и снова комары. Я в твоих объятиях спасаюсь от жары. Ты стал таким холодным, как Тихий океан. И я решила, нахрена козе баян? Вода камень точит, это точно не про нас. И зря я положила на тебя когда-то глаз. Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто в моем сердце ре минор. Я трогаю на красный, не замечая светофор, но, кстати, не напрасно. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами моей любви. Слава Богу, слава Богу, я теперь свободна, без попутал меня с тобой походу. Слава Богу, ты теперь чест, ведь каждый день с тобой был похож на ПМС. Всем отрывайте, котята, давай, давай, без попутал. Ты обнулила нас.
Мой старый плеер завис, повторяет, вернись, сто измученный фраз. А вы знали, что китайцам нельзя молоко? А да-да, и не только китайцам. Большинство азиатов во взрослом возрасте не способны переваривать лактозу. Изначально молоко у млекопитающих было предназначено только для грудного вскармливания. У взрослых пропадала способность к перевариванию молока, поэтому после детского возраста человеческий организм был не способен принимать лактозу. Но-но-но! Около 12 тысяч лет назад у европейцев в холодном климате при малом числе солнечных дней в году появилась потребность к дополнительным поступлению витамина D. Слава Богу! Вырастают крылья, и я лечу. Ищи меня теперь, как тинейджер Пикачу. Я больше не хочу зажигать потухшую свечу. Я зря прислушивалась к топоту копыт. Я думала, ты принц, а теперь смеюсь навзрыд. И вот в который раз я складываю пазл, и все равно выходит, что ты просто моим сердце ре минор я трогаю на красный. Замечая светофор, но кстати не напрасно. Опять ты попытался мне перейти дорогу. И вот ты под колесами моей любви. Слава Богу, я теперь свободна. Без попутал меня с тобой походу. Слава Богу, ты теперь чест. Ведь каждый день с тобой был похож на ПМС, котята. Слава Богу, давай, без попутал. Еще! Слава Богу, давай, без попутал. Котята, вы знали, что есть люди, у которых аж 3 почки? Да-да-да. Чаще всего после пересадки донорской почки у человека их становится 3. Родную почку удаляют, только если в ней есть онкология или механические повреждения. В остальных случаях более щадящей будет операция, когда в своей неработающей почке добавляют еще и донорскую. Такой человек живет с 3 почками. Котята, а вы знали, что в среднем у мужчины, у которого на теле много волос, умнее тех, у кого кожа на теле гладкая? Так что, пацаны, не надо сбривать волосы, вы от этого просто становитесь тупее. Две души, два огня, я помню это, где бы ни был я. Две души, два огня, все, чем может только сердце, хоть на миг согреться, come on everybody! Две души, два огня, грели ночью и при свете дня. Два огня, будь со мной, не оставляй меня. Лайки ставьте, сидят. Че, руки что ли немели? Сам заткнись, Валера. Котята, I love you. Котята, а вы знали, что пчела может укусить другую пчелу? Прикиньте, вообще, я сама охренела. После чего обе погибнут. Это происходит, если чужая пчела пытается проникнуть в чужой улей. У пчел сложная система опознания по запаху. Если в воздухе и на цветах пчел из разных ульев уживаются мирно, то в улей чужих пчел не пускают. Специальные охранники улья начинают их атаковать и кусать. Вообще такая, как я без этой новости жила, пиздец, блядь. Котятки, а вы знаете, что утром большинство людей в среднем на 1 сантиметр выше, чем вечером, прикиньте? Жалко, что не длиннее, Валер, у тебя вот с утра, да? Ну ладно. Длительного вертикального положения позвоночник немного сжимается в течение дня. Все, ТЧК. Котята, ТЧК, очень интересно было, но ничего не понятно. Котятки, подведем итоги. Можете переспать с 2 мужиками, и у вас родятся близнецы от разных мужиков. Вы можете порезаться листком бумаги, что в чужой улей вы не зайдете, если от вас пахнет не так. В понос от молока, у них не усваивается лактоза, а с 3 почки, когда вас одно удаляют, второе отрезают, у вас появляется почему-то нахуй 3 почки. Что люди волосатые, они самые умные, а те, кто бреется, они тупые. Что на планете Земля меньше голубоглазых людей, а людей с карими глазами намного больше. Валерочка, покажи глаза. Блять, Валерка, они у тебя красные. Закрой глаза, фу-фу-фу. Котята, я вас люблю. Ваша Светочка, новостей не было. Ну звезды, вот эта вся хрень, ну не было новостей. Я открыла энциклопедию. Украла из библиотеки, энциклопедию открыла и посмотрела 10 фактов, 10 нелепых фактов, которые оказались, оказывается, правдой. Вот, я зачитала немножечко охуешки. Вы сейчас, мои котятки, я вижу, немножечко тоже увеличили свои глазки, свои голубые глазки. Эти голубые глазки. Валерочка, почему у тебя лицо загорело, а ноги синие? Да это я потому что сижу тут, снимаю ролики тебе. Ролики снимаешь, ну снимай, ладно. Котята, а песни, котятки, Светлана Леопольдовна, желтая газетка, come on everybody. Танцуют все! Поехали, котята! Розовые очки! Стоп, стоп!
стопы, Валера, вырубай нахуй музыку. Котятки, мне ж прости, я дура тупая вообще, конечно. Когда еще в эфир буду, сейчас опять запой уйду на 2 месяца, а мне за рекламу оплатили. Значит, мне косарь дали, говорят, Светлана Леопольдовна, рекламируйте наш этот аккаунт. Я посмотрела, не все дерьмо я рекламирую, выборочно рекламирую всякое дерьмо. Вот это дерьмо мне приглянулось, я решил его рекламировать в этом ролике. Котятки, attention. В описании ссылка на канал чат, видеочат.ру, что-то такое там, котяточки. Там моя сестра Катя. Катя Катерина, это, значит, шоу, кинг-поп-шоу, Кончита, Вахтанг, вся вот эта поебота. Вот, ссылка в описании, заходите, смотрите, поднимайте себе настроение. Светлана Леопольдовна уже подписана на канал вот этой женщины. Катерина, как ее, Валер, как ее? Ой, Валерка, совсем ты плохой у меня, нахуй, иди ложись спать. Я нажму сама кнопку вкл-выкл, разберусь, да, у меня хоть глаза не красные, то у меня голубые глаза, да. Котят, я вас люблю, до новых встреч, Светлана Леопольдовна. Я уже сказала это. Валерка, нажимай кнопку. Валер, меня в дурку не упекут, Валер. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Hello, pu-pu-pi-lu. Валер, я один раз так делала, получилось сотрясение мозга и меня укачало все одновременно.